Всем привет, у микрофона доктор Ват. Сейчас я быстро расскажу, как поставить русские или английские субтитры на ваш выбор в игре Entropy Zero 2. А тем, кто вообще знать не знает про эту игру, я в конце отдельно расскажу про нее немного. Все тайм-коды указаны в описании видео, так что не стесняйтесь промотать к любому интересующему вас эпизоду, когда захотите. Людям, которые не знают, что такое Entropy Zero 2, я рекомендую смотреть это видео с последнего эпизода. Для того, чтобы у нас получилось установить любые субтитры, нам сперва нужно включить консоль разработчика следующим способом. В запущенной игре зайдите в настройки, клавиатура, дополнительно и поставьте галочку на включить консоль. Чтобы установить английские субтитры, в настройках нужно, разумеется, включить эти самые субтитры, а затем достаточно прописать в консоли команду CC-Lang English. Готово, на этом все. Из-за того, что в Entropy Zero 2 изначально нет русского языка, для включения русских субтитров необходимо скачать русификатор. Я решил сделать свой собственный перевод, потому что на момент записи этого видео я еще не нашел нормального русификатора на просторах интернета. Русификатор можно установить двумя способами. Первый способ – откройте ссылку в мастерской Steam и подпишитесь на русские субтитры. Зайдите в игру, включите субтитры в настройках и пропишите команду CC-Lang English в консоли. Для того, чтобы установить русификатор вторым способом, сперва скачайте его по ссылке в описании. Возможно, если нагрузка на одну ссылку будет большая, я сделаю более чем одну ссылку на скачивание. Далее в Steam с помощью управления перейдите в корневую папку игры Entropy Zero 2 Resource и переместите туда вот эти два файла, находящихся в архиве. Запустите игру, убедитесь, что субтитры включены в настройках. Если в игре субтитры все еще не появились, то пропишите в консоль команду CC-Lang Russian. Теперь должно работать. Очень важная информация о самом русификаторе. На момент записи видео я успел перевести субтитры только до третьей главы включительно. Да, в игре очень много диалогов, поэтому что есть, то есть. Однако в будущем я планирую доделать все сюжетные реплики до конца, если перевод вообще окажется кому-то интересен. Еще раз повторю, в данный момент русификатор работает только до третьей главы. Правда, если вы смотрите это видео спустя несколько недель после выхода, то скорее всего эта информация уже устарела. Поэтому о прогрессе создания русификатора я буду держать в курсе либо в текстовом файле внутри архива, либо на своем Discord-сервере. На последнем вы сможете оставить отзыв и сообщить об ошибках в переводе, если захотите. Ну а вот теперь можно и рассказать, что же за фрукт такой Entropy Zero 2 и с чем его едят. Как вы могли немного понять из контекста, это игра, а точнее бесплатный мод на Half-Life 2. Если у вас в библиотеке Steam есть купленная лицензия второй Half-Life, то боже, прямо сейчас идите на страницу Steam Entropy Zero 2 и качайте, я серьезно. Это реально Half-Life 3. К сожалению, я не могу вставить сюда все свои мысли об игре, поэтому напишите, пожалуйста, в комментариях или в Discord сервере, хотите ли вы увидеть обзор на эту игру в моем исполнении. И это не кликбейтная активность, мне реально интересно узнать, что аудитория моего канала думает про эту игру. Я надеюсь, что помог вам своим русификатором, или вам хотя бы было интересно меня послушать. Спасибо за просмотр и приятной игры! Кто из вас поставил уморительно, а?